Общество тогда было. Да дело в том, что зачем мы конкурировали друг с другом, потому что большое общество мало. Мы так уничтожили неандертальцев. Наши предки, поскольку они были попримитивнее, чем неандертальцы, более убогие интеллектуально, но жили большими популяциями. Это вот эти, которые... Сапиенсы. Да. Да. Те, жили те, которые из Африки пришли. Мы все из Африки. Неандертальцы тоже только все, раньше? Все, да. Нет, это позднее разделение уже очень. Это не так все давно было. Мы просто жили большими популяциями. Неандертальцы умные, способные, сильные и хитрые. Более интеллектуально развитые. Кстати, мозги были абсолютно одинаковые. 1650 грамм примерно. Угу. Они жили в небольшими семейными группами. А мы большими. Но мы зато были асоциализированы очень хорошо. Мы делились пищей. У нас были большие лобные области. Потому что тот, кто не делился, того самого на костер. Они же вкусненькие, ну, те, кто не делились, или в лучшем случае изгонялась популяция. Вот эти вот каннибалы, но зато дружные, большие, а семейные, они уничтожили просто-напросто, просто массово задавили этих самых неандертальцев. То есть сегодняшнее население Франции – это такое скопище каннибалов, которые сожрали неандертальцев совершенно запросто, и теперь их еще цинично исследуют.